Здорово. Вот, ребята, посмотрите, видите, да, для доступной среды надо. Достаточно, Василий, что-то передавали, вот смотрите, водитель вышел достаточно быстро. Да, они у нас, во-первых, должны подменять полностью газели, которые есть. Ну, соответственно, 2-3 газели, в зависимости от того, участка или участка. Плюс газомоторное топливо работает как на газу, так и на, соответственно, на солярку. Да? Ну и, соответственно, так сказать, уже всеми экологическими, так сказать, Евро-4 уже они у нас. Евро-4, да. Ну и доступная среда, вот как бы основные позиции, которые есть. И в принципе очень хорошо, потому что, скажем, в Москве у них смешанных автобусов практически нет, а парк, ну, новый. У нас обратная ситуация, то есть мы начали многие сразу на автобусы. Они дороже, кстати, чем просто автобус, работающий на моторном топливе. Примерно разница 1700-800, до миллиона. Но с другой стороны, мы уже, так сказать, имеем полностью новый парк. Тоже очень важный момент, видеорегистраторы наружные и, ну, и внутренние, ну, самое главное, наружные, потому что у нас сейчас планируется изменение законодательства, возможность оформления страхового случая в рамках ОСАГО, в том случае, если будет оборудован, так сказать, видеорегистратор на транспорт. Поэтому это тоже такая необходимая вещь. Ну и всегда лишняя информация от нас, никогда лишней не бывает. Васильевич, завтра выходят все на маршрут. Ну, все, и стилизованы под город Герой Кубанцев. Программа на 100 у нас рассчитана, вот, а мы, соответственно, постепенно будем реализовывать эту программу. Ну, по мере, вообще бюджет город Герой Кубанцев, он такой взвешенный, он не очень большой, но взвешенный. То есть, в принципе, каких-то резких заимствований нет, то есть достаточно взвешенный. Но мы тоже из областного бюджета по всем программам помогаем городу. Поэтому зависит в том числе от приватизации, если будет возможность что-то выгодно для города продать, значит тогда, соответственно, будет возможность и немножко улучшиться. Но 100, у нас 100 автобусов хватит? То есть, да. Хватит, да? Я начал. Ну, если в следующем году, то мы сможем 18 троллейбусов. Но у нас троллейбусы, мы все делаем, и троллейбусы, и трамваи, и автобусы. То есть, в принципе, задача такая, к 16-му году, так, в целом парк привести в порядок, обновить, чтобы уже мы были с нормальным парком. Но у нас еще другие задачи много. У нас же будут дороги, да, то есть никто не снимал благоустройство, детские сады, потом борьба с мусором. Мы должны, постепенно обновляя автотранспорт, парк общественного транспорта, мы будем ужесточать ответственность по парковке в центре города. Но параллельно будем создавать парковочные места платные, для того, чтобы люди могли парковаться. То есть это, ну, будет постепенно меняться, но другого пути нет. Благослови нас, Господь!